Здравствуйте, дорогие друзья, родители, дети. Расширяется наша золотая детская библиотека. Мы заботимся о ней. Украшаем то место, в котором она находится. Намерены сейчас настоящие картины для типографии, созданные художников детских книг, развесить по стенам. Принимаем новые поступления. И даже начали нам приносить книги, которые в семье прочитали, которые вот не только-только изданы, но люди моего поколения помнят, какие они были красивые. Вот, и даже вот на них то, что они немножко чуть-чуть слегка потрепанные странички, уже придает им какое-то обаяние. От них веет какой-то домашней теплотой. Ни одно поколение их читало. Они как будто впитали в себя внимание взрослых и детских глаз. И это внимание и нам помогает быть внимательными. Но появляются и новые книги. Хотя людей заслуженных, поработавших над старым текстом и придавших им, сообщившим новую жизнь, придавших новую силу. Вот передо мной, редко кому неизвестные приключения барона Мюнхгаузена. Этот человек действительно жил в 18 веке. Одно время он даже служил в армии русской, как военный специалист, как офицер. И участвовал в нескольких войнах с турками. Но при этом был человек веселого, неунывающего нрава. В наше время, когда мы часто грустим или устаем, или расстраиваемся по всякому поводу, этот задорный, веселый, правдивейший человек, он это постоянно подчеркивал, что вообще он говорит только одну сплошную правду всегда. Даже когда его корабль пристает к сырному острову, входит вдруг-то, меняется пейзаж, обстановка, запахи меняются, вода становится какой-то белой, корабль пристает к сырному острову, обнаруживает матрос, вся команда, что оказывается в заливе молоко, а не морская вода. Там даже есть такая иллюстрация замечательная, где все от капитана и боцмана до простых матросов лежат на берегу, склонились над молоком и пьют его. А в команде был один человек, от которого тошнило, нет, не от морской качки, а от сыра. И вдруг ему стало как-то плохо. Вот он говорит, зачем вы меня привезли на этот остров, где все мне напоминает о сыре. И тут они вдруг обнаружили, что это сырный остров. Это сырный остров, и можно вырезать прям целые холмики великолепного, как он пишет тогда, голландского сыра и съедать их. Вот. Но за ночь холмик нарастает. Поэтому площадь и общий объем сыра на острове не умаляются. И там живут такие замечательные люди, высокорослые, голубоглазые, розовощекие, всегда здоровые, потому что у них даже не только сыр под ногами, и молоко течет, и реки молочные, и море вокруг молочное, но даже уже прямо печеный хлеб растет на ветках деревьев. Вот барон Мюнхгаузен, правда, все-таки это все-таки офицер, это мужчина, он заметил, что там кажется, 6 рек, 4 молочные, а 2 пивные. И вот пивные он предпочитал, пивные реки. Вот. Потом расскажут о страшной вещи, что там предавали наказанию ужасному путешественников, жителей этого острова, которые вернулись из дальних стран и стали рассказывать небылицы. Вот. И за это их страшно наказали. Потому что на острове не терпят никакой лжи. И вот из этого можно сделать вывод, и предлагает, как бы, вывод сам напрашивается, его предлагает нам барон Мюнхгаузен, что он совершенно всегда и во всем правдив. И даже если кажется его приключения, его похождения неправдоподобными, это неправда. Правда именно в его книге. Его рассказы этого неутомимого, вечно всегда веселого, неизменно радостного, в приподнятом настроении барона записал немецкий писатель Эрих Распе, почти его современник. И в 1785 году записал и издал их. А потом к ним еще другие фантастические рассказы были
присоединены других писателей, которые, до которых, может, тоже дошли рассказы барона Мюнхгаузена. И получилась книга большая. Эта книга обрела новую жизнь благодаря иллюстрациям замечательного художника Николая Устинова. Мы знаем его и по другим книгам. Он певец нашей родной природы. А здесь вдруг обнаруживает новую грань своего таланта. Жизнь немецкого барона в 18 веке так им прочувствована и так талантливо рассказана, что мы в восхищении. Можно эту книгу просто листать даже ради одних картинок. Умение, талант художника выражается в том, что каждой своей черточкой, каждой линией, сочетанием цветов он передает нам характеры и самого Мюнхгаузена, и всех тех людей, которые встречаются в его рассказах, и даже животных. Волков, медведей, лошадей, городов. Все здесь ярко, красочно, самобытно, неповторимо. Замечательный художник Николай Устинов проявил здесь весь свой яркий талант. Вот тут вот есть, иногда открываешь и видишь там какого-то мужичка, прям очень похожего на нашего русского. Потом выясняется, что это все относится к периоду к жизни барона Мюнхгаузена, когда он служил в русской армии. Россия ему в основном заполнилась снегом. И он, будучи часто заносим им, выходил всегда из затруднительного положения только благодаря тому, что обладал совершенно потрясающей силой. Он часто говорит: ну вы же знаете, какой я силач. И вы знаете, как мне, в общем, что другому человеку очень трудно, мне всегда легко исполнить, потому что сила моих рук необыкновенная. Вот. Ну, коль скоро так. Вот он, например, занесенный снегом, вынужден был схватить подмышки двух коней и перепрыгнуть через ограду, и карету перенести на себе. Потом так умаялся, что на постоялом дворе вот с таким с мужичком в валенках, ну, просто вот русский мужик сидит, тот в синей рубашке, самовар, и пьет чай, этот барон Мюнхгаузен. Вот. В России он однажды был занесен, но это я предваряю, иначе будет неинтересно. Одним словом, он ехал-ехал по нашей стране, и его застигла снежная буря. Я выехал в Россию верхом на коне, дело было зимою. Сначала шел снег небольшой, конь устал мой, стал спотыкаться, а мне так сильно захотелось спать, я чуть не падал из седла от усталости. И напрасно искал ночлега, ни огонечка, ничего. На пути не попадалось мне ни одной деревушки. И что было делать? Делать было нечего. Пришлось ночевать в открытом поле. Ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега. К этому столбику я кое-как привязал своего озябшего коня, а сам улегся тут же на снегу и заснул. А когда он вечером утром проснулся, на другой день, спал долго, то увидел себя лежащим уже не в поле, а в деревне. Или даже, вернее, в небольшом городке. Со всех сторон его окружают дома. Куда он попал? Куда девался конь? Как эти дома могли вырасти за одну ночь? Долго не понимал, что случилось, и вдруг услышал знакомое, родное ржание. Конь. А где? Ржание доносится откуда-то сверху. Я поднимаю голову, и что же? Конь висит на крыше колокольни. Он привязан к самому кресту. В одну минуту я понял, в чем дело. Вчера вечером весь этот городок со всеми людьми, домами, улицами был занесен глубоким снегом. А наружу торчала только верхушка на самом высоком шпиле городка на колокольне церкви. И вот к этой, он принял это за столбик, к этому кресту привязал своего усталого коня и заснул. Ночью
пока он спал, началась сильная оттепель. Снег растаял, и я незаметно опустился на землю. Но бедный мой конь так и остался там наверху на крыше, привязанный к кресту колокольни. Он не мог уже спуститься на землю. Что делать? Ну, барон Мюнхгаузен – это находчивейший из всех людей. Он сразу соображает, что ему нужно сделать, потому что он не только необыкновенный силач, ловкий человек, который в игольное ушко пролезет, неутомимый мореплаватель, но он еще и отличный стрелок. Он прицеливается из пистолета и прямо попадает в уздечку. Уздечка пополам, конь быстро спускается ко мне, я вскакиваю на него и, как ветер, скачу вперед. Скакал-скакал и попал в болото. Эту историю знают все. Она даже стала нарицательной. Ее даже уже приводят по самым разным поводам. Из трибун парламентов и государственных дум, и люди, которые выступают по поводу той или иной науки, и в школе, потому что она сама по себе очень показательна. Называется она просто «За волосы». Вообще, за время этой войны, имеется в виду с турками, на стороне России, со мной было немало приключений. Однажды, спасаясь от турок, попробовал я перепрыгнуть в болото верхом на коне. Но конь не допрыгнул до берега, и мы с разбегу шлепнулись в топкую жидкую грязь. И стали тонуть. Спасения не было. Болото с ужасной быстротой затягивало меня вместе с конем в зловонную жижу. Вот уже и моя голова стала погружаться в болото. И оттуда торчит лишь косичка моего парика. Хорошо был парик прикреплен к голове. Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Так просто, честно, сообщает нам барон Мюнхгаузен. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, потому что сжал его обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня, и если вы думаете, что это легко, попробуйте проделать это сами. Мы, конечно, скажем, нет, это невозможно. И будем правы. А человечество всю свою историю пытается вытянуть себя за волосы из болота. Решить свои проблемы своими собственными усилиями. Достигает оно успеха на этом пути? Нисколько. Никак. Но только если временно. Но только если на какой-то промежуток времени. Потому что по-настоящему извлекает нас из беды, продлевает нашу жизнь, дает нам перспективу, открывает нам пути развития та воля, которая и создала и реки, и болота, и леса, и просторы, и нас самих. Забывать об этом, ну, жить в сказочном мире. Когда-то приходится взрослеть и вспоминать уже эту историю как историю забавную и назидательную, которая говорит нам, что только барону Мюнхгаузену из всего человечества за все времена удалось схватить себя за косичку и вместе с конем вытащить из топкой грязи. Будем читать и поучаться. Во всякой этой истории есть своя мудрость, есть урок добрым молодцам и добрым молодицам. Спасибо.